Сегодня очень много современных технологий, и при тех богатствах, которыми обладает Казахстан, такие вопросы решаются элементарно. Вот. Придя в правительство, наша партия, заняв большее количество мест в правительстве, мы будем решать все эти вопросы. Мы будем принимать законы, мы будем решать проблемы обычных граждан. Для существования нашей партии нам необходима ваша помощь, это ваши пожертвования. Для того, чтобы мы могли открыть офисы, для того, чтобы мы могли ездить по регионам, встречаться с людьми. Очень много вопросов и очень много пожеланий, чтобы мы приезжали на места. К сожалению, мы сегодня не имеем возможности посетить всех и открывать филиалы в регионах, потому как мы не имеем средств. И ваша непосильная помощь для нас будет продвижением нашей партии. Это, как я уже сказал, это открытие офисов, приобретение оргтехники, каких-то канцелярских товаров. Это элементарные вещи, которые нам необходимы. В последующем, после первичной регистрации, как мы подадим уведомление, нам необходимо будет провести съезд, на который тоже потребуются определенные средства. И все это будет делаться благодаря вам, вашим пожертвованиям. Мы очень надеемся и на вас тоже. Алга, Казахстан.